Уральские нефтяники будут перерабатывать больше попутного газа. Дополнительные объемы голубого топлива направят на газопоршневую электростанцию северо-даниловского месторождения. Для этого ее модернизируют. Сейчас станция в час выдает по 25,5 мегаватт и тем самым обеспечивает электроэнергией все производственные объекты 6-го цеха «Уральнефтегаза». В следующем году нефтяники проведут масштабную реконструкцию. Так, чтобы исключить повышение температуры, внутри машинного зала они обновят вентиляционную систему. Кроме того, будет выполнена точечная подача холодного воздуха. Это обеспечит стабильную работу, независимо от времени года. На втором этапе модернизируют газовые двигатели, что позволит перерабатывать попутный нефтяной газ соседних месторождений. Данная модернизация позволит также работать газовым двигателем на метановом числе от 64 и выше. Тем самым позволит увеличить мощность вырабатываемой машины, каждой вырабатываемой машины с 2,6 мегаватт до 3.